Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Хайтек, и сегодня мы посмотрим, как происходит примерно калибровка 3D принтера. Дело в том, что я помыл стекло и захотел откалибровать свой стол, чистый стол стеклянный. В общем, в данном случае я калибрую через вот такую систему, фокус. Нажал мануал, и соответственно 1, 2, 3, 4 это как бы точки принтера, то есть он поочередно ездит туда-сюда и у нас калибруется. В общем, так, сейчас у меня четвертая точка будет. Не смотрите, она здесь немножко отличается. Нажимаем четвертую точку. Принтер сам едет. Я уже высоту настроил. Здесь у меня с помощью индукционного датчика все это дело работает. Вот. После того, как я нажал четвертую точку, я вот так вот... Там вот сопло внизу. Сейчас попробую приблизить. И зафокусить. Вон там вон черная точечка. Это как раз-таки сопло. Чтобы хорошая печать была, лист должен как бы туговатенько заходить по всем сторонам. То есть как вот здесь, да, видите, бумажка, она как бы с трудом туда залазит и тяжело между столом и соплом ездит. Ну как тяжело, чтобы ее не вырывать приходилось, а скажем так, по-нормальному, чтобы было так. Такую процедуру, чтобы по кругу калибровать, нужно раза 3-4 сделать. Если вы делаете это первый раз, хоть 10 раз сделайте. Более точно будет печатать у вас принтер. Вот. В данном случае я настраиваю на PG пластик. Вот. Например, так, я нажимаю снова первую точку. Так. В других принтерах примерно то же самое может быть. Вы можете сами стол двигать. Это типа не особо важно. Вот здесь снизу есть барашки, которые нужно подкручивать. Вот эти вот. То есть, чтобы угол либо поднимался, либо опускался. Вот оно сопло. И видите, вот там есть маленькое расстояние. Вот это и есть расстояние где-то 0,1 мм в данный момент. Вот, и я пытаюсь вот все поймать, именно четкость стола. Так, все, здесь я вроде все откалибровал. Я хочу попробовать теперь режим авто посмотреть. Да, у меня вот такой разбег был. Так, авто еще раз нажимаем. И чтобы он пробил как бы мне высоты. То есть, есть ли какие-то отклонения. И после этого мы можем, короче, вот так калибровать и потом начать печатать. Давайте посмотрим, как он сейчас будет это делать. Сначала он в центр едет. На самом деле, вот такой вот индукционный датчик, это такое себе специфическое дело, на самом деле, мне кажется. Можно было бы просто вот здесь внизу концевик поставить, как вот этот вот. Видите, с красной штучкой это у нас концевик. То есть, чтобы, ну... Принтер знал, где, короче, стол, например. Либо какие-то другие продвинутые датчики. Так, сейчас он поднимается на некоторое расстояние, будет заниматься автокалибровкой. Но вот здесь вот он, этот сам датчик, его нужно настраивать. Вот здесь вот есть писюлечка такая. Вот здесь. Ее, короче, нужно настроить на высоту стола, иначе он у вас протаранит просто стол и ничего не будет происходить, вот. А вы будете в недоумении смотреть на это дело. В общем, я вчера хотел пластиковый стол поставить, но, короче, мне не пригодилось. И я его случайно практически прожег, по-моему. Вот здесь вот. Опять фокуса нету. В общем, пластиковые столы такой себе. Так, вот у нас начинается калибровка. Первая точка. Первая точка, и он будет вот здесь вот циферки нам выставлять, что в итоге получится. Если все правильно, будет плюс-минус, ну, как вот сейчас у меня, только чуть получше. 0,3 мм это уже слишком много, потому что 0,3 у вас не будет прилипать деталька. Вот, потом можно, короче, запустить в печать тестовый кубик. Я сделал кубик 1 на 1 сантиметр ровно, и если у вас есть... штангель-циркуль, чтобы померить это дело, вы можете смотреть, насколько правильная у вас модель получилась. В общем, ссылку я могу оставить тоже в описании. А так, если хотите откалибровать точно такой же принтер, то рекомендую посмотреть вот такое вот видео. Настройка принтера. Вот точно такого же принтера, почти как у меня, только тут модель немножко другая, ET4, а у меня она другая. В общем, принтер у нас калибруется. Когда он докалибруется, будет написано типа, что все окей. Ладно, давайте подождем, покажу, что получится.
Короче, получились вот такие вот значения. Значит, нужно немножко перекалибровать. Ну, я думаю, особо не стоит заморачиваться на эту тему. Лучше с бумажкой прогонять все это дело вот в мануал режиме. И можно, в принципе, без авторежима печатать. В общем, я еще раз нажал как бы домой, да, принтеру. И смотрим. То есть видим, да, бумажка у нас не подлазит. Это ладно. В принципе, то, что она не подлазит, это, наверное, даже хорошо. Вот. То есть туговато получается. В общем, можно пробовать начинать печатать и смотреть, что получится. И так до того момента, когда все будет идеально прям прилипать и будет идеальный стол. Все. До скорых встреч. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока-пока.